Всем привет! Я рада приветствовать вас на моей кухне. Сегодня у нас салат. Что может быть вкуснее летом скушать свежий ароматный салатик? Не забывайте подписываться на мой канал. И мы начинаем. Здесь у меня столовая ложка оливкового масла, щепотка соли, щепотка сахара. Добавляем французской горчицы и сок лимона. И хорошо перемешиваем и пробуем. Так, авокадо. Когда разрезаешь авокадо, никогда не знаешь, что тебя ждет в середине. Это должно быть мягкое. Посмотрите. Супер авокадо. Добавляем в нашу заправку. Добавляем зелень. Так, авокадо у нас маринуется. Сегодня помидор у нас будет служить и основным ингредиентом наравне с авокадо и красивой, не знаю как сказать, не посудой, а вазочкой. Так, достаем мякоть помидора. И соединяем с нашим салатом. Если вас смущает шкурка на помидоре, значит, надрезаем крест-накрест, опускаем на 1 минуту в кипяток, вытаскиваем и снимаем шкурку. Так, посмотрите на эту красоту. И перемешиваем наш салат. Пробуем. Добавляем мякоть помидора. Немножко кислоты мне не хватает. Так. И все это перемешиваем. Так, убираем рабочее место.
Добавляем пряные травы. Наш великолепный порционный салат готов. Это красиво, это вкусно. Приготовьте порционно вашим гостям, и они будут приятно удивлены содержимым этого салата. Можно украсить живыми съедобными цветами. Это будет красиво и вкусно. Приятного аппетита! Не забывайте подписывайтесь на мой канал.